Приветствую вас, Толята, с вами Tales Talk. 2021 год подходит к концу. Время подводить итоги. За этот год на моем канале вышло 27 видео. Меньше, правда, чем в том году. В том году их было 33. Все же я старался делать упор на качество, а не на количество. Да и в 2020 году многие сидели на удаленке, собственно, как и я. Поэтому было больше времени для YouTube. За год на моем канале выходили Айнвейды, клипы, прохождение игр, подкасты и обзоры. В апреле 2021 года я набрал первую сотню подписчиков, за что я вам очень благодарен. За год в наши ряды прибыло 59 долян, а убыло 6. Естественно, они были благословлены моим проклятием. Кто-то скажет, что это мало, но из-за большой загруженности на работе и в некоторых случаях из-за болезни я не мог часто выпускать ролики. Соник уже в этом году, как собственно мне, стукнуло 30 лет. В честь этого события проводились различные ивенты, коллабы с различными играми и даже был концерт в онлайн-формате, который мне очень понравился. Еще вышел ремейк Sonic Colors в честь 30-летия франшизы, в котором изначально было много багов. Я хейтил эту игру, как и большинство фанатов, но однажды я посмотрел одно видео, которое касается разработки игр, и мое отношение к Sonic Colors поменялось. Там было много причин, например, спонсоры, инвесторы, в том числе пандемия. Но самое главное – это деньги, причем немалые. Каждый перенос игры на какой-то определенный срок разработчикам стоит больших затрат, поэтому им проще выпустить недоделанную игру и допилить ее патчи. В октябре 2021 года был Sonic Hacking Contest, на котором были представлены различные хаки и моды по Сонику и не только. Мне больше интересны хаки на Соника, и я могу выделить три хака, которые мне больше всего понравились. Это Sonic & Knuckles Master Edition, демо-версия хака под названием Hellfire Saga и Sonic 3 & Knuckles Epilogue. В них я вам советую поиграть. 10 декабря на выставке The Game Awards показали два трейлера, а именно Sonic в кино 2 и Sonic Frontiers. Данное видео находится в стадии разработки и выйдет в новогодние праздники. Ведь лучше поздно, чем никогда, правда? Но, честно говоря, у меня на работе есть 4 месяца, в которых самый завал с рабочими моментами. Это май и июнь, так как там начинаются экзамены, и я на них задействован. Сентябрь, как начало года, и декабрь, как конец года, где нужно сделать много-много чего. Бывают и неплановые завалы, но они не такие, как в эти месяцы. Так что я с нетерпением жду праздников, чтобы отдохнуть и поделать видео для YouTube. В том году я тоже выпускал новогодний подкаст и строил планы на будущее. Я хочу сказать, что что-то было сделано, а что-то нет. Например, АМВ-клипы и прохождение игр по Сонику были. Также я планировал проходить ретро. Их не было, однако я прошел ремейк Алекса Кида. Тоже можно в будущем записать прохождение и выложить на YouTube. Планировал проводить стримы, но, к сожалению, их тоже не было. Кто знает, может, в следующем году у меня будет больше времени для них. Да и армию долят надо бы увеличить для этого. Обзоров на коты быстрого реагирования и пираты Карибского моря тоже не было, но обещаю вам, что в следующем году они точно будут. При этом был обзор на Sonic Commons, который изначально назывался Sonic 2020, спонсором которого я и являюсь по сей день. И также были подкасты про мультфильм «Огонек огнива», «Запрет аниме в России» и история о том, как я познакомился с Соником. И, кстати, я по-прежнему благословляю стримы Нефересу, когда я на них присутствую. Еще в декабре, находясь на больничном, я проапгрейдил свой компьютер и прошел игру Sonic Boom на эмуляторе Nintendo Wii. Эта игра мне очень понравилась, в будущем планирую сделать обзор. Эх, столько планов, было бы время для их реализации. Ну и по традиции, давайте же построим эти планы. В конце следующего года сравним, в какой степени эти планы были реализованы. Выше перечисленные планы оглашать не буду. Скажу в общем, планирую далее продолжать выпускать АМВ и ГМВ клипы, обзоры и подкасты, прохождение игр по Сонику и не только. Уж очень я люблю ретро и инди-игры. Возможно, будут стримы. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить всех моих подписчиков с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов и исполнения всех ваших желаний. Будьте достойными долятами в моей армии, и тогда я поделюсь с вами частичкой своей силы и научу вас, как использовать мое проклятие против других. Для вас целый год был рад стараться, Tales Talk. Не забывайте про лайки, подписки и комментарии, дабы вас не настигло сами знаете что. И услышимся в новом году.
постскриптум. Мне тут YouTube сообщил о том, что мои видео без подписки смотрят 99% аудитории. Но вам же не сложно, а мне приятно. Так что ты давай подписывайся и вступай в ряды моей армии наляд, и вместе мы распространим проклятие престола по всему миру.